Расскажите, все ли прошло по плану? РФС довольны ли тренеры сборных? Что планировалось, исходя из намеченного, и насколько все было реализовано? Ну, я считаю, что мы выполнили весь намеченный план по сегодняшнему дню, по сегодняшнему мероприятию. И наши тренеры, и тренеры сборных, и их руководитель Андрей Владимирович Лексаков, все остались довольны проведенным сегодняшним днем совместным. А совместная тренировка, как оцените? Я думаю, что положительная и большая мотивация была у наших футболистов 2007 года. Они сегодня работали под руководством главного тренера юношеской команды. Хотели себя проявить, я думаю, волновались. Для наших тренеров тоже, я думаю, была сегодня особенная тренировка. Вот. Поэтому я думаю, что все получилось. И ребята, и наши тренеры, и тренеры сборной получили удовольствие от сегодняшнего занятия. Вы часто по итогам всего сегодняшнего дня волновались или нет? Я был спокоен. Давно знаю тренеров, знаю давно руководителей, и они приехали с нами поделиться каким-то своим опытом, знаниями, поэтому какого-то волнения не было до сегодняшнего мероприятия. Я считаю, что оно прошло на хорошем уровне. Если тезисно, каким опытом поделились? Ну, донесли еще раз до нас информацию, каких игроков хочет видеть сборная в своих составах, на что сделать акцент в тренировочных занятиях. Вот в этом, наверное, скажем так, самое главное, то, что сегодня было у нас на встрече. На совместной тренировке удалось сделать эти акценты или это уже, скажем так, задача в долгую? На сегодняшней тренировке нам показали, как футболисты работают по амплуа. Это видение главного тренера сбора России 2007 года, которым он поделился с нашим тренерским составом. Вы сами как оцените сегодняшнюю встречу? Я считаю, что очень положительно она прошла. И, скажем, большой интерес был вызван с нашей стороны. И присутствовали на этом мероприятии тренеры наших уже профессиональных команд, и «Родина-2», и даже основной команды. Поэтому я думаю, что все сегодня получили удовольствие от этой встречи. И, конечно, ждем еще в будущем департамент сборных команд, юношеских сборных команд России у себя в гостях.